Всем привет! Приехал я с товарищем на озеро. Стоят у нас уже там несколько жерлиц. Хотим мы поставить еще немножко, проверить эти. Находимся мы на одном из озер Ленинградской области. Погода красота. На улице минус 10. До озера идти недалеко от места стоянки. Надеюсь, сейчас ждет нас там щучка. Thank you.
есть. Большая на крошник. Она есть. Ох, массива освободила, видишь? А раньше в этом месте брал или только у камышей? Облет? Ну, ну, об эти вот льдинки плавают. Ну, не вылазишь, ныряешь. Нагавкал на свой шею. Сегодня хоть наныряешься. Да. Я жду рыбалку. Закаляемся. Блин, сантиметров 20. Зато не провалимся. А? Не провалимся. Живой? Какой там плечо? Живые давай. О, какой. Две штуки всего получается? Сейчас, да, ну, считай, там три поставили. Где ты хочешь, там у камышей тоже, да? Да, сейчас сюда выходим, выставляемся. Дальше, обратно, да? Да. Ну, вот сюда вот продолжаем. Последнее. Делаем. В принципе, можно на ту сторону выйти чуть-чуть. Через камыш поперек пройти до первой. За кустами поприятнее находиться. Ну да. Здесь ветра-то вообще не чувствуется. Задувает хорошо. Градусов 10, 9 было, да? А вот как-то не ощущается так. Ну, ловить большая маленькая. Саму-то. А палец. А вот засунь. А палочку ломает? Ломает. По итогу поймали, короче, одну щуку. Да, небольшую. Кило. Отпустили кучу карасей. Накормили щуку. Да, небольшую на килошек. Поставили несколько поставушек. Надеемся, что через два проедет. Да, через пару дней что-нибудь возьмется. Кто-нибудь возьмет, конечно, все равно. Понятно, что она сбивает ее и уходит. Надо рядом быть. Может, как-то она отработает.